И не карибский, а не российский, новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский, новый пират. Чудовище морское, за корабль наш цепился вдруг гигантский осьминог. Он выкидывал всех за борт и пилил всю нашу яхту. Так фрегат развалился и ушел совсем на дно. Но команда уцелела, добралась на местный остров, где построила корабль попрочнее и мощней. Отправились мы в море и нашли мы осьминога, расстреляли из пушек до самих его костей. Не сам Алиский и не Калиский.